Хей-йоу, чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и сразу же, бро, просто сразу же переподписывайся на канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Ведь придет время, и Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А еще я постригся. Просто 9 дней уже в этом ужасном доме. Но все же я найду истину, я узнаю, что это за стена. Я узнаю, что это там за статуя, это которая постоянно телепортируется. Я все узнаю. А также, бро, я не забыл, на этот раз я уже точно не забыл. Вот коммент из-под прошлого видео. Ты посмотри, насколько эти комменты шикарные. И, кстати, их очень много. Поэтому, если ты хочешь попасть в следующее видео, всего то, что тебе нужно, это написать комментарий и нажать на лайк и колокольчик, потому что я проверю именно такой путь моим видео. Лайк, колокольчик, коммент, и если по твоим комментам нету никаких комментов, то ты попадаешь в следующее видео. Просто 100% вариант. Окей, бро, вчера, на 8-й день, это было вчера, я нашел яму, которая была просто жесть какая странная. С той ямы шло какое-то очень страшное мычание, типа... Я, конечно, подозреваю, что это был какой-то призрак, но кто знает, что там. Вдруг там вообще может быть труп. И поэтому давайте сейчас отправимся туда и посмотрим еще на эту яму. Если честно, бро, мне немного уже страшно. Она уже стоит здесь. Это статуя. Я уже пробовал ее разломать, но ничего не происходит. Она все так же остается на месте. Это... Я не знаю, как это объяснить. Она уже 8-й или 9-й день просто телепортируется. Я никак не могу от нее избавиться. Ладно, я просто ее обойду и пойду дальше. Так, ладно, мы направляемся дальше и идем к той яме. Что? Какого черта? Она тупо телепортируется за мной. What the fuck? Вот это я реально не ожидал. Все выходит из-под контроля. Статуя тупо телепортируется за мной. Я не знаю, что мне делать. Видите?
What the fuck? Она тупо проходила около меня. Я просто в шоке. Оно живое. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.